У Гродні затримали 29-годового місцевого жихара, який незаконно реалізовував медицинські маски і пальчатки. Улічивши високий попит на сродки індивідуальної оборони, мужчина купляв їх у аптеках і продавав просад сітки у некілька разів дорожей. Затримання відбулося при спробі продажу 200 масок, нескольких коробок пальчаток і дес-сродку. Мужчину затримали оперативники Кастрышнинского РАОС областного УУС и супрацовники МПЗ по Гродзенской области. У агульной колькости у Гродзенца конфисковано 830 медицинских масок, 1500 пар пальчаток и дезинфектор. Усе на сумму 826 белорусских рублей. Як нагадываются эксперты, реализация даденных предметов обмежевана товаропроводной сеткой аптек. У дочинении до мужчины складены административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему погрожает штраф до 100 базовых величинь, а это до 2700 рублей.